Нынешние соперники – футболисты из Краснодара. Команда «Южная звезда» по итогам первых игр в числе аутсайдеров. Поэтому анапские игроки были в полной уверенности, что победа достанется им легко. Но, как показала игра, все оказалось наоборот. Краснодарцы мобилизовались и полностью отдали себя игре. Только в конце первого периода анапчанам удалось забить первый гол. Однако во втором тайме «Южная звезда» забила сразу два гола в ворота Анапы. С большим трудом анапчанам удалось отыграться и свести к ничьей со счетом 2-2. Этот матч показал, что противников никогда нельзя недооценивать. Футбол уже не раз доказывал, что любой аутсайдер бьет любого самого сильного соперника. Поэтому никогда нельзя недооценивать соперника. Пока ребята не могут поверить в свои силы, в себя, Хочу сделать так, чтобы они раскрепостились на поле и стали более уверенно чувствовать себя, более уверенно действовать, взаимодействовать. Но это надо время, на это нужно сыгранность, время. Конечно, не хватает физподготовки, которой не было практически. А так, все впереди. Я думаю, все получится. На подготовку у анапской команды совсем мало времени. Уже в эту среду, 17 мая, анапские футболисты встретятся со спортсменами из Новороссийска в матче на Кубок Краснодарского края.